Клуб успешных бухгалтеров при поддержке Комитета госдоходов запустил турне по регионам, в рамках которого проводятся обучающие семинары. Отметим, представители клуба уже встретились с бухгалтерами-предпринимателями Петропавловска, Кокшетау, Астаны, Караганды, Шымкента, Туркестана и Алматы. На семинаре были разъяснены особенности подачи всеобщей декларации, оказания помощи предпринимателям в решении сложных налоговых задач и повышения финансовой грамотности среди населения. Цель данного мероприятия – это разъяснение для моих коллег, бухгалтеров, для предпринимателей о налоговом законодательстве. Как вы знаете, у нас налоговое законодательство всегда меняется. А также мы уже прошли третий этап всеобщего декларирования. Вот. И формат у нас всегда вопрос-ответ. То есть налогоплательщики собираются, например, этого города и задают свои наболевшие вопросы именно налоговым органам. Клуб успешных бухгалтеров – это бизнес-сообщество. На сегодняшний день он является таким мостиком для общения налоговых органов с налогоплательщиками.